Привет, моделисты! Я хочу сделать небольшое дополнение до того момента, как я перепаяю провода, как я снял этот мотор. Это старая конструкция, это не новость. Что вам нужно? Здесь видите такие углубления небольшие, да? Хорошим таким мощным пинцетиком. Конечно же, он где-то был здесь. Ну, средней мощности. Вы их вот так вот. Это еще задубевшая немного резина. Бывает совсем дубовая. У европейских моделей, сделанных в Европе, она до сих пор очень пластичная. Но это на нормальной, из 10-бальной системы. В общем, она еще пружинит. Вы ее так вот до того момента, как края у вас освободятся, потихонечку, одним за одним, вытягиваете этот мотор отсюда. Вставляете его после того, как я перепаяю провода, потому что мне эти провода что-то мне не нравится, и разъем то же самое. Я поставлю разного цвета провода. Неважно, какие они будут, я могу их перекинуть потом, уже когда припаиваю к декодеру самому, так. И потом я снял вот эту вот контрольную какую-то платку для синхронизации. Теперь вот что они имеют. Здесь она стояла. Лишние детали не нужны. Короче, вот видите, такая зеброчка. Вот это вот оптический сенсор захватывает вот этот вот эту зебру и так синхронизируется. Ну, современные декодеры ESU, да, любые практически, они уже работают на back EMF, и это перебор. Здесь синхронизация никакая не нужна. Единственное, что когда у вас паровоз и идет колеса крутятся, да, идет синхронизация, это другое дело. 4 чафа, да, раз, два, три, 4, раз, два, три, 4 на 360 градусов. Здесь, ну, смысла я не вижу. Но они делали эту электронику под все практически MTH, под Steam локомотивы, у них даже электрикал какие-то были, да, ну, электролокомотивы, в общем, слишком муторно. Но сделано печечка, еще раз повторюсь, очень качественно, хорошая. Не вижу, чтобы была балансировка какая-то, да, но обычно делают небольшой грузик, да, там центровка, но я уже собирал такие, ставил так же, как вот и раньше было с самого начала, закручивал винты, ну, сделано четко. И потом немножко водички, я бы не использовал никакую или совершенно нейтральную какую-то лучше просто водички чуть-чуть буквально смочить эти места, и она может даже без воды, ну, на всякий случай, зайдет как положено. Кстати, этой стороной правильно, у меня маркер уже стерся, пока я тут этим занимался, вынимал это дело. Но еще один раз поставим, то есть мотор идет, эта сторона идет сюда. Вот такое дополнение, ребят, скоро продолжим. Давай, успехов! С наступающим еще раз, если не будет стрима или какого-то видоса в ближайшее время. Давай!